Сиреневый бульвар, или как его прозвал народ, просторный тротуар. В голосовании за благоустройство по нацпроекту «Комфортная городская среда» эта территория входит в топ-3. Это одно из тех мест в индустриальном районе, которое стало давно излюбленным для жителей и гостей района. В теплое время года, в вечернее время, выходные дни здесь всегда много людей. А если объект победит в народном голосовании, людей здесь будет еще больше. Ведь по проекту вдоль бульвара должны разбить цветники и газон, высадить кустарники и крупные деревья. Также здесь положат новый асфальт, обустроят детскую и спортивную площадки, установят опоры освещения, скамейки и малые архитектурные формы. Для нас очень важна эта территория. Здесь необходима реновация. Достаточно большое количество идет обращений как от пациентов, так и от жителей ближайших домов о том, что они бы хотели, чтобы здесь появилась наконец-таки зеленая благоустроенная зона, в том числе и с возможностями для развития здоровья. С начала голосования свой выбор уже сделали более 30 тысяч барнаульцев. Лидером народной поддержки остается территория за торговым центром «Европа». За нее отдали свои голоса порядка 5 тысяч человек. На втором месте рейтинга сквер на улице Аванесова. Его поддержали более 2500 граждан. На третьем месте Сиреневый бульвар, набравший более 2000 голосов. Продлится голосование до 30 апреля. Дмитрий Дроздов. День с толком.